Кабинет министров одобрил объединение Бельского винно-коньячного комбината «Белый аист» с кишиневским заводом «Арума». В правительстве подчеркнули, что эта мера позволит упорядочить деятельность компаний и повысить их эффективность. Слиянием предприятий займется агентство публичной собственности. В результате слияния «Белый аист» получит все имущество и активы «Арумы», а также выплатит непогашенные долги компании. В Кабмине посчитали, что объединение позволит увеличить объем продаж продукции примерно на 23%. По сравнению с нынешним годом. «Белый аист» поглотит «Арому». С ее потенциалом погасит все долги, имеющиеся у акционерного общества «Арома». В результате предпринятых действий будет улучшено управление этими компаниями и объединены усилия по повышению продаж и прибыли двух компаний. Чтобы поддержать это начинание, мы также предлагаем освободить акционерное общество «Белый аист» от выплаты дивидендов за 2023 год. Дивидендлор пентру 2023 асоциатецпе акциуни Барзалб. Согласно властям, после слияния заводов, находящиеся в собственности «Арома» бренды, а также запасы дистиллятов и дивина, будут использовать более эффективно, что позволит расширить и разнообразить рынки сбыта. Винно-коньячному комбинату «Белый аист» около 80 лет. Его продукцию экспортируют в Австралию, США, Румынию, Израиль, Китай, страны Балтии, Чехию, Германию, а также в СНГ, Казахстан и Кыргызстан. В 2022 году «Белый аист» был признан объектом национального культурного наследия Республики Молдова.